Всем привет! Сегодня у нас две посылочки из Китая. А первое это вот это вот. Я вот здесь ее маленько надрезал. Здесь вот маленько я надрезал. Сейчас я до конца разрежу. Так. Вот, такой вот полиэтиленочки, такой пупырки. Это у нас камера на квадрокоптер. На распаковку квадрокоптера я делал. У меня есть на канале, я оставлю на него ссылочку под видео в описании. А это вот такая вот камера. Он мне тоже, я его покупал с камерой. Но у меня на нем камера не работала. Я написал китайцу, он мне новую отправил. Здесь вот, как видим, флешка на 2 гигабайта. И картридер. Ну вот. Так, и вот вторая посылочка. Такая коробочка. Сейчас мы ее распакуем. Это у нас долгожданные мои фонарики. Долго не очень шли, дней, наверное, 40. Упал этот пакет такой помятый. Давайте же мы его раскроем и посмотрим. Это настольный фонарчик. Даже USB еще кабель в комплекте. Да, вот так вот все это выглядит. Так. Это они такие вот гибкие. Вот они вот так вот могут все делать. Они вот так вот по столу крепятся к чему-нибудь. Вот так давайте сейчас пакетик возьмем. И вот так вот раз. И все это вот так у нас будет держаться. А еще у нас куда-то шнур вставляется. Куда он? А вот здесь вот три батарейки класса 3АА. А, ну вот, я нашел, куда шнур этот вставляется. Это чтобы вот от розетки можно было. Ну вот. Это все стоило у нас... Как здесь... Оценил в 1 бакс. Но это я не знаю, правильно или неправильно. Я оставлю вот в описании под видео ссылочки. Вы все перейдете, посмотрите. Всем пока. Ставьте лайки.